Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы, Всадники Олуха. 11 день и 50 миллионов древесины я с превеликим удовольствием забираю. Оу, мечекрат, редкий, ничего себе, он так блестит. Прям как солнышко ясное. Ну что, давай заберем цветочек, хотя это бесполезно уже, но тем не менее я все равно заберу. Нечего ему там валяться. Так, что у нас здесь? Ну... Баранки гну, как всегда мимо. И так маленечко всего лишь ждали, продвинулись. Шанс успеха хороший, хороший. Прям вот лучше некуда. Так, Кривоклык, ты у меня прокачался чуть-чуть. Давай-ка мы тебя еще прокачаем и отправим тренироваться. Так, Громгильда, ты-то что мне тут, радость моя, принесешь? Тусклый янтарь? Кто б сомневался. Астрид, надо смотреть тебе за твоей Громгильдой. Что-то она совсем распоясалась в последнее время. Так, эти у меня этот тренируется, этот тренируется. Спасибо за древесинку, древоруб. Костолом тоже спасибо большое. Древесина нам сейчас понадобится. Так, Ветрокрыл принес мне железо. Так, давай отправлять его дальше, пускай ищет еще. Железо нам нужно, ребят, ну без него никуда. Так, тут с рыбой, в принципе, проблем никаких нет, пускай за древесиной летит. Так, тоже лети за древесиной. Беззубик, что ты мне тут принес? 5 миллионов рыбки. Нет, спасибо, я откажусь. Я получу вообще когда-нибудь в ближайшее время этого мечекрада себе или нет? Или меня просто ребята отшивают, бреют по полной программе, а? Скажи-ка мне на милость. Сколько мне тебя еще искать, а? Мечекрат, мне нужен именно вот этот вот. Это самый первоначальный. Он меня вообще нисколько не интересует. А именно редкий нужен. Хотя в моем положении выпендриваться редкий или еще какой-нибудь. Какого дадут, тому и радуйся. Так, отказываемся. Здесь обмениваем на гребешок. Все, обменяли на гребешок. Так, дай-ка я камеру немножечко подниму. Все заработают. Так, в ангаре, подожди. В ангаре у нас местечко еще есть. Так, подожди, не то посмотрел. Мне нужно в академку зайти, в академке. Слушай, в академке есть местечко, так что, наверное, мы с тобой сейчас кого-нибудь туда, да, отправим прокачиваться. Да, вот, например, ужасное чудовище. А почему бы и нет? Чем он хуже? Чем он не заслужил, да? Так, 85 уровень, а здесь 80. Три железа нужно. Естественно, он не пойдет. Он не пойдет, ребята, прокачиваться. Так, а пишут, улучши академку, если ты хочешь дальше прокачивать своих драконов. И они прекрасно это знают, что у меня не получится. Давай отправим с тобой скалотряса. Три железа. Где же я им сейчас достану три железа? Так, кто-то сказал, прокачивай вес начеса. Ладно, ребят, давайте будем прокачивать вес начеса. Я не знаю, что нам это даст. Ну, если вы говорите, то почему бы не прислушаться к вам, да, друзья мои? Я думаю, вы не посоветуете мне плохого. Так, что у нас с тобой? Нету местечка, что ли, оказывается, уже? Так, ладно. А здесь у нас что? А здесь у нас ничего. Так, давай зайдем на рынок. Глянем с тобой, естественно, на паки. Бесплатные и рекламные. Монетки Одины. Так, здесь нам выпадает шипорез, лаварык, сарделечка и чуточку ресурсов. Так, здесь отказываемся и смотрим с тобой еще один пак. Монетки Одина и начиночка. Шторморез, шепот смерти, сарделька и опять же ресурсики. Так, все. Давай теперь посмотрим на наших легендарных драконов. Воу. Куча мухомора, пускай, естественно, дальше идет на поиски. Так, где у нас там зеленая смерть? Что она нам принесла? Забираем. Так. И отправляем на поиски. Секундочку, ну-ка, приблизим.
Что у нас тут происходит? 66 уровень. Обязательно отправим на прокачку, но чуть-чуть попозже. Потому что академка забита. Интересно, у нас события с тобой доступны или нет? Что ты вот думаешь по этому поводу? Здесь мы с тобой заберем пак. Древоруб, шипорез, крылатый ужас, водорез. Сразу следующий открываем. Тут у нас, ага, только лишь янтарь. 2000. 2000 тусклого янтаря. Естественно, сразу же, ребята, отправляем на переработку это все дело. Так, погоди-ка, я забыл про нашего малыша. Где он у нас? Ё-моё. Так, секунду. Да ё-моё, камеру подними. Да не это мне надо. Так, где у меня дневная фурия-то сидит? Вот. Так, а ну-ка, малыш. Ты что, специально так камера прыгнула сейчас? Да чтоб тебя, блин. Так, вот он, малыш. Не могу, ребята, я академию всю забил там. Непонятно чем и кем. Так, ладно, давай здесь тогда заберем все награды. Так, не забывай то, что нам нужно с тобой накопить достаточное количество бабочек. Потому что бабочек еще не хватает для грязнули. Мы хотим с тобой грязнули получить, верно? Верно. Так, приблизим камеру, что у нас тут еще. Этого, блин, не могу. Все, ничего не могу больше здесь сделать. Давай посмотрим по событиям. Ранний доступ, еще ждать 13 часов. Губишки Рейза катай. Не дано тебе пока здесь подраться. Ну, а что я могу сделать, ребят? Естественно, только следующее пойти на арену. Так, а ты... древесину нужно. Слушай, погоди секунду. Древесину нужно. Забираем. И отправляем. Пускай ищет. Ребят, пускай ищет. Так, а ты... Тебе нужно 3, да? Ладно, иди. Ищи рыбу. Так, ну остальные все вроде бы как при работе. Тут 7 часов, тут 8 часов, тут у всех. Да, все ребята заняты своими делами, отлично. Так, а мы с тобой поставим здесь. Ох ты, даже 3 янтаря. И по поводу янтаря, давай-ка мы кое-что глянем. Можем ли мы сейчас с тобой что-нибудь... Так, во-первых, заглянем сюда. Эксклюзивный. Плесникрыл, ты понимаешь? Это тебе не хухры-мухры, плесникрыл. 290, это классический. Так, за 100 рун. Так, а что у нас вот здесь вот? Сокровища. Какие сокровища, непонятно. Не хочу я, отказываюсь пока. Содержит героических, содержит чемпионов. А почему, интересно, чемпионы, друзья мои, круче, чем героические? Хм, не ясно. Ладно, я пошел, короче, на арену, друзья мои. Все равно нам здесь пока, ну, делать нечего. Сам видишь прекрасно, да? Поэтому нам надо будет с тобой здесь подраться, заработать 2 пака. 2 пака вождя. Так, ну и зачем ты это сделал, шитик? Получи, распишись. На-ка тебе. Лаварык тут выпендривается. Ну и что ты там? Тебя умоляю. Хоть бы не смешил меня. Сынуля. Так, давай теперь сюда бомбанем. На-ка. Так, змеевик, что там будешь делать? Фигня это все. Лаварык нам вообще не в указ. Змеевика шваркаем. Так, теперь... Теперь лаварык. Сделаем вот так с тобой. Надо было, конечно, защиту ему понизить. На самом-то деле. Выпендривается, да? Ну вот, ребята, еда выпендривался, по ходу дела. Сейчас, естественно, щиты... А, не успеет. Слишком долго думал. А здесь у нас кто? Шипорез? Ага. Ветрокрыл и Громыль. Наверное, вот так будем, скорее всего, с тобой делать.
первую очередь его уничтожим. Так, и не забываем поглядывать на энергию. Так, а он что, тоже отхиливается во время атаки? Воу-воу-воу-воу, фаербол, ребята. Жестко. Он еще усилил... усилил атаку всем? Вы серьезно сейчас? Ёлк-макарёк. Так, секунду, что нам с тобой сделать? Давай-ка, наверное, вот так вот. Сюда. Укус. Этот нам пока ничего здесь не сделает смертельного. А вот этот, вот опять фаербол сейчас, да? Нет. Не стал здесь никаких фаерболов делать. А вот этот, ребята, что он может сделать? Да дофига, что он может сделать на самом деле. Хм. Ну давай я вот так вот сделаю укус. И здесь укус. Готовимся к заморозке. И заморозка, ребята, будет сейчас лютая. Потому что под усиленной атакой. Вот и вот. Об этом я тебе и говорил. Но все-таки мы его должны успеть с тобой забомбить. А тем более, когда у нас есть вот такая штука. Называется слепота. Он сейчас как слепой котенок будет тут тыркаться, пыркаться. Ну а мы, естественно, беспощадно будем его наказывать. Ну, в общем, одним словом, да, выпендривался. Как? Как ты, гаденыш, успеваешь это все сделать, а? Все. Великолепно, друзья мои. Ну-ка, что у нас здесь? Тройной удар, Хофер плюс Костолом. Поехали. Начнем потихоньку веселиться. Твою налево, плохое такое веселье у нас начинается. Эй, тихо, ребят. Давайте как-нибудь... по-другому мы с тобой разыграем. Так, сейчас, естественно, будем отхиливаться. Ёк-макарёк. Ну, это специально сейчас было сделано. Понижение атаки, плюс еще понижение защиты. Чтоб меня тут могли разбомбить, да? На изи. Понятно. Я понял их мысль. Ага, давай так, наверное. Ну что, с этим попрощаемся, скорее всего? Попрощались. Так, что ты будешь делать? Да ничего. Усиленная атака, конечно, это плохо. А, она может нам сейчас, кстати, сыграть даже на руку, если честно. Плюс у нас, как ты видишь, удвоение энергии идет. Давай, наверное-ка, мы с тобой... пускай она помогает. Слепоту сделал, да? Сделаем вот так. И... да, добиваем. Так, ну этот слепой котенок нам ничего не сделает. Давай вот так вот сделаем слепоту опять на него. И уже будем добивать его, в конце концов. Нет, это тебе не понадобится, братишка. Вот так вот. Ну вот мы и заработали с тобой первый пак вождя. Тут у нас душитель, громобой защитник, вострозуб и сарделька. Кстати, я заметил, что сарделька у нас зачастила именно по выпадению. Так, ну что, отправляемся с тобой за вторым паком. 16-й, 15-й, да, уровень там. То у нас тут две... ага, хотел сказать, две сардельки. Нет, ребята, здесь сарделька и громорог. Давай-ка я, наверное, все-таки барсика этого вражеского буду добивать. Так, этот усилил атаку. Это плохо, ребята. Он фаерболом-то 100% будет здесь баловать. Так, ладно, барсика хотя бы уничтожим. Теперь берем вот этого. Блин. Ну, понятное дело, уничтожит. Понятное дело. Нам надо вот так вот. А зачем я это сделал, если у нас... блин, у нас здоровье было дофигище. Вот сейчас влепит. Бумс. На тебе в ответку. Так, кусаем. Хиляемся. Промахнулся. Ну и круто. Так, давай кусать. И что тут у нас? Понижаем броню.
Че там пыхтишь? Блин, ну он хоть и маленький, но двумя атаками, конечно, он тут наяривает, будь здоров. Все, ребята, сейчас уничтожаем его. Вот таким образом. Фух, двигаемся далее. Так, а здесь у нас Кривоклык, Хофер и Барсик. Начнем с Хофера тогда. Раз он такой ватный, у нас именно по разбору. Так, сейчас они будут втроем, судя по всему, ходить. А, нет, это мы ходим. Ну что же, Хофера убрали. Теперь, наверное, начнем все-таки с Кривоклыка. Он 17 уровня. Уклонение сработало. Слушай, я не буду сейчас тратить. Мы все-таки лучше с тобой захиляемся. Если это, конечно, странно. У него полностью энергия, он не стал исполнять именно свое огненное дыхание. Оно у него довольно жесткое. Так, а мы теперь с тобой, естественно, захиливаемся. Плюс уничтожаем Кривоклыка. И беремся за Барсика уже. Вражеского, естественно. Понижаем ему броню. Он, возможно, сейчас что-то сделает плохое. Ха-ха. Он сделал себе ускорение, но при этом у него минусовая защита. И, как всегда, ребята, это ему не помогает. Так, опять Сарделька, плюс Громорог и Громель. Что-то какие-то у нас атаки здесь несуразные получаются. Вот этот вот опасный типок. Ну и Громоль тоже, как бы не Громоль, а Громорог, тоже опасный. Ладно, мы попробуем, наверное, вначале его снести. 17 уровня оба. Твою налево, он все-таки, ребята, успел баф. Баф повесить. Что делаем? Его знает, что мы делаем здесь. Да, нас, походу, здесь сейчас уничтожат, ребята. Он еще и защиту себе поставил, ты прикинь? И защита, и атака, и все дела. О-ля-ля. Так. Ждем фаербол, естественно, сразу минус двоечка, наверное, здесь будет. Да-да. Чему-то я не удивлен, ребята, этому делу. Так, мы успеем хильнуться? Успеем. Хильнулись. Так, в кого атака пойдет? А фаербол будет опять. Естественно, ребята. Ты думаешь, он меня это простит? Нет, ребята, он это дело не простит. Я немножко в шоке, что здесь происходит. Я вот так и буду жить только на отхилах. Кусаем. Он добьет все-таки меня штормореза, скорее всего. А, нет. Если он промахнулся, тогда, ребята, ничего у него не получится. Но вот этот, конечно, Громоль своими фаерболами очень много наносит урона. Тем более под усилением. Не забывай об этом. Ну, а вот у нас и второй пак вождя прибыл. Крылатый ужас, громобой, шепот смерти, костолом. Шторморез и водорез. Плюс Громоль-защитник. Ищейка. Вот так вот. Что могли, друзья мои, то мы сегодня с вами получили. Так, секундочку. Еженедельная. Опачки, еще 100 бабочек. Вот это я понимаю, ребят. А можно мне посмотреть, что у нас вообще происходит по бабочкам? Угу, 8265. Надо больше, ребята, бабочек. Надо больше. Если бы была бы какая-то возможность где-то их получить, я бы, конечно, не отказался даже, например, влить руны туда. Что у нас тут за новинка? Какая новинка, ё-моё, ничего нового здесь нету. Абсолютно. Так, сколько у нас с тобой драконов? Уже 4 дракона 85 уровня. 4, нужно еще 6. Нужно еще 6. Это немало, ребят. А с другой стороны, и немного. Да? Так, что ты там сидишь? Сидит, главное. Прохлаждается. Ну, вроде бы, друзья мои, пока все. На сегодня можно закругляться. Единственное, что нам надо ждать, это, конечно же, событие, которое начнется через 13,5 часов. Запасы для драконьего края. Судя по всему, это будет, наверное, длинное, да, испытание.
В общем, доживем, увидим. Так, кто-то сказал, зайди сюда и посмотри. Ну что, смотри. Почти грозу морей в бухте кровопролития. 500 тысяч рыбы. Выплати обмен, получишь 10 рун. Повысите уровень злобного змеевика на 3 и повысите уровень древоруба на 3. Выполните обмен вечно крыла 2 раза. Все, ребят, вот просили, я вам показал. Ну что, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.